будет нормально. Так. Все, запись пошла. Так. И всем привет. С вами я, Александр Сучков. И в этом видеоролике я буду играть в Warface. И мы сегодня уже начнем. Так, значит, что? Поиграем давайте. Во что поиграть-то? Давайте PvE попробуем. А, не-не-не. Давайте PvE. И давайте PvE, давайте сразу уже на сложный, что ли, пойти. Давайте на сложный... Нет. Хотя ладно. Ладно, давайте. Так, штурмовик. Стойте. Склад. Сейчас посмотрим, что за склад. Там вообще какой склад. Так. По складу все нормально, значит. Так. Заходите на мой видеоролик прямо сейчас. У меня сейчас сразу два... Эфира идет здесь, эфир и там, эфир ВКонтакте. Так. Так, ладно. Так, тут нормально. Тут нормально. Так. Ладно. Здесь пока что тоже все нормально. Ничего такого интересного нету. Так. Ладно, идем дальше. Так, снайпер. Снайпер это кто? Значит, снайпер это. Это что вообще? Так. Снайпер это, да. Все, тогда штурмовик пусть будет, давайте пройдем. А, не-не-не. Хотя ладно. Хотя чё? Не. Да хрен с ним, давайте медик возьмем. Так. И вот мы вернулись опять в эту игру. Да ладно. Так давно здесь не был. Аж забыл, как играть. Ладно. Сейчас должно нормально все записываться. Значит. Проверим сейчас все. Так. Ладно, загружается пока что карта. Так. Подожду пока что. Ладно. Загружается карта, значит. Так. Корпорация Blackwood держит этот сектор под контролем. Постарайтесь ослабить наших врагов. Как-то странно стало. А, лагает, лагает много, да. Смотрите, лагает, лагает. Подлагивает. Ну, я думаю, с этим все будет со временем. Чё? А, я не понимаю, что делать. Ладно. Ну, конечно, конечно. Так. Ой-ой-ой. Что ж такое? Почему мне так не везет-то? Ладно. Нормально идет. Так. Тут случайно экран отключился, ладно. Он у меня иногда отключается и все. Монитор не работает. Сейчас проверим все. Так. Извиняюсь, немного тут залагало. Так, сейчас и будет норм. То есть никаких вроде проблем не будет. Так. Достигнута контрольная точка. Боезапас пополнен. Well. Давай же, включайся. А, вот, все. Нормально. Так, значит, что, побежали? Значит, побежали. Так. Давненько я не играл в эту игру. Так, значит, что? Окей. Танк. Что, я должен пробежать? Я реально что-то опоздал уже. Если честно. Это видео идет сейчас. Вот здесь видео. А еще идет. Вот в этот момент идет еще трансляция ВКонтакте. Транслируется, как я сейчас это все снимаю. Это первое, наверное, такое видео, которым я снимаю вот эту видео и снимаю трансляцию. Да. Прям так и название напишу. Так, побежали, ладно, за ними. Я думаю, блин, что-то до них не могу никак добежать. Патроны, здоровье и броня восстановлены. Да, что-то вообще... Блин, я не могу добежать. Никак до них не могу добежать. Да, всю игру буду до них добегать. Круто вообще. Так, а куда? Сюда? Сюда, вот они. Я уже у них близко. Да, вот они бегут. Друзья, друзья наши. Так, что там? Ай-яй-яй-яй-яй-яй.
Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Как лечиться-то, блин? Твою мать. Ах ты твою мать, ё. Ладно. Я разучился в это играть, ребят. Я серьезно так давно не играл в Warface, уже с зимы. Я уже разучился играть в эту игру. Тем более у меня она на максимум сейчас. Это первый раз, когда я играю. Блин, кого-то завалили. Я не могу. Тут вообще есть медики? Нет, мы нет. Вертолет скоро будет. Я не успею. Приготовиться к эвакуации. Это говно, все. Жопа, все. Ну, жопа. Да пошли вы. Слушайте. Убираемся отсюда. Я не мастер, я только начал. Не дергайся, я тебя вылечу. Вы хорошо постарались, но это еще не все. Ждите дальнейших инструкций. Так, ладно. Ладно, 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 ладно. Все видно. Вертолет падает. Столкновение неизбежно. Сейчас посмотрим. Да, все работает, все отлично работает, да, довольно-таки стрим работает довольно-таки круто, хорошо, на 120 FPS и мы ничего не получится. За вами еще одну вертушку. Вроде бы. Оставайтесь на месте. Я не уверен. Это не точно. Так, а какой уровень? Охренеть, какой уровень? Маленький. Отряд врага в зоне видимости. Так. Так. Чё, кого, блин, мочить уже? Уже мочим, что ли, блин? Я что-то запутался. Я серьезно, я забыл убирать. Я забыл, как играть, ребят. Честно. Кого убивать-то, блин? Что-то я туплю. Чё, как, кого убивать-то, блин? Твою мать. Кого? Тут никого нет. Ладно, буду лечить. Не двигайся, я помогу тебе. Плохие, я вас не лечу. Спасибо. Давайте, давайте, давайте. Ранение несерьезное. Я помогу тебе. Так, кого там еще лечить надо? Отряд врага, да подожди, подбегу. Успею. Спасибо, да. Так намного лучше. Так. Мы почти на месте. Не сдавайтесь. Ну где, блин, где? Подожди ты, подожди, я вылечу тебя. Дай мне пару секунд. Нормально. Блин. Блин! Что, у тебя вообще хп нет? Да ты чё? Да ты чё, давай. Почему он не лечится, блин, чё такое? Я что-то разобраться никак не могу. Блин! Как здесь играть-то, блин? Ладно, разберусь. Пока что начну с медика играть. Потому что медик лечит. Где? А, патроны, патроны. А! Все сюда, быстрее! Где? А, вот уже патроны. Эй-эй-эй-эй, блин, все, меня завалили. Завалили меня, валили, да. Не хочу. Вальнули, да. Убили меня, да. Я даже не заметил как. Хоть я без ничего, как бы, дрони без ничего, все равно как-то завалили меня. Смогли. Интересно даже как.
Да, я разучился играть в Warface, вы не поверите, но в последнее время я только играл в CSGO и немного в F4D2. Да, и в Dota 2, конечно же. Остальное я не играл. Да, в Mass Effect играл, Андромеда там, на Сибири. Так. Первый раз, блин, сегодня играю вообще. Давно не заходил в эту игру, только что обновился, только что включил ее. Офигеть. Здесь такое все изменилось, здесь такая вот графика. Я видел получше, конечно. Хоть это на ультрах, это 120 FPS, но, ребят, это какая-то хрень. Я вот снимаю еще 4К, должна быть съемка самого экрана, нифига, нет. Это все хрень. Графика в самой игре хрень, понимаете? Не... Дело не в камере, как она снимает, это дело в графике. Так, кто будет? А, контроль тоже, да. Должна. Должна еще быть, да. Так. Вбей. Все, нормально. Идеально. Так, куда? Патронами нужно. Да ладно. Вертолет скоро будет. Так, надо понять игру вообще, по идее. Куда мне бежать? Да, я помогу. Никак не разберусь. Блин, кто палит-то в меня? Я ж не понять не могу. Кто в меня палит-то? Давай. А, блин, да почему я не могу их убить-то? Одно убийство. Ой, 4, извиняюсь. Не туда посмотрел. Это я одна смерть умею, да? Так. Да блин, чел! Да сейчас были еще, подожди. Ай-яй-яй-яй-яй. Не сдох, нормально, все, останусь. Сейчас останусь, еще одно. Да подожди, нет. Ладно. Все норм. Дальше пошли. А гранатометчик убил гранатометчика, круто. Держись, я помогу тебе. Ты как раз вовремя. Еще бы чуть-чуть. Мы засекли еще одну группу врагов. Спасибо. Все будет в порядке. Ты как раз вовремя. Ох, нифига себе, да ладно. Подождите, держи, слишком боец. Сложно. Все будет хорошо. Можно я хоть кого-нибудь убью вообще? Меня? Не дадут. Продержитесь еще несколько минут. Мы уже рядом. Подождите. Да, я помогу. Стой на месте. Подселяющий. Вертолет скоро будет. Какой будет? Он уже здесь. А, не убил. Ладно. Хотя попытался. Так. Ай-яй-яй-яй. Нормально. А, сейчас этого замочит, как всегда. Убил, да. А его убил все. Заходим. Убираемся отсюда. У нас всего 20 секунд. Отлично, сработал. Так. Ладно. Это что, все? 5 из 5, да. Прошли. Ну, я, как всегда, на последнем месте, я никого не убил. А, 6 из 5. Почти. Ну да, почти. Давай прорыв. А мы еще где были? Не в прорыве? Не, я был не в прорыве. Так, прорыв. Да. $282 я получил, да? 585 опыта. Это очень мало для меня. Ну, награду хотя бы дали. А что за награда-то? Атлас войны. Да. Окей. Я хочу новый ранг себе. Потому что с тем рангом у меня что-то там не так было. Так. Ладно. Зачем-то здесь, вроде бы, я слышал, сделали новые ранги. Я не знаю, зачем. Но, видимо, их сделали. Да, это очень не круто. Так, ладно, все нормально. Так, время.
Ну, пожалуйста. Ну, почти, ладно. Нормально. 41 корона, это хорошо. Так, что у меня есть-то? Давайте пойдем тогда в другую комнату. Давайте пойдем вот в эту. ПВП. Давайте ПВП. Командный бой. Давайте пройдем команд... Где там командный бой? А, вот они. Так, нефтебаза. Давайте нефтебазы немного поиграем. Ну, с... как немного. А потом пойдем в спецоперацию. Вроде нет. Я стреляю, как всегда, но немного из-за графики тут немного изменилось. Или сама игра изменилась, да. Да, очень странно, так, ладно. Трансляция, меня смотрит дофигище, дофигище, дофигище людей, да. Вот прямо сейчас, вот здесь телефон стоит, ВК, лайв. Вот сейчас я снимаю это видео и прямо снимает все это на... Это снимает просто... через OBS, а там снимает прям прямая трансляция. Сейчас идет, то есть видно. Это как вторая камера моего лица. То есть как-то так. Команда сбалансированная. Да ладно, баланс. А что такое? Баланс был? Так, баланс был, да. Ну да. Блин, я забыл, как игра включилась. Здесь так изменилось. Что-то так изменилось. Кого здесь мочить-то, я не понимаю. Здесь так лагает. Как лагает? Немного. Чё? Одного всего? Да ладно. Ну ладно. Гранаты надо кидать. Я вспомнил. Что раскидка какая-то стала другая немного. Кидает гранату. Я нифига здесь не вижу. Я никого не могу убить, так вот, эй. Ладно, разберусь. Граната! Так, не, раскидка больше. Тихо, выходим. Да, меня не поиграть, да. Странные одежды стали. Очень странные. Так, побежали здесь всегда. Граната! Так, ладно, подальше закинуть туда. Кидаю гранату! Никого не бить. Убил? О, дали кого-то. 1000 игроков за глушителем. Да ладно. У меня говорят, а стоп. Глушитель разве есть? Да, кто есть. Так. Осторожно, граната! Давай. А, 10 дали, да. Осторожно, граната! Что-то все-таки я ранил. Граната. Граната пошла! Кидай ты, я не могу. Почему я не могу, не могу? Блин. Почему я его не убил-то? Очень странно. Граната пошла! Ладно. Граната! Ну! А, блин, ну почему? Неправильно летит граната. Не смог. Ладно. Ладно. Пока что все норм. Ведь я играю как бы на самом стандартном, и для меня это нормально пока что. Потому что играл зимой, и я разучился играть в эту, именно в эту игру. Да. Потому что все игры, они по-разному немного сделаны, поэтому... Да, они по-разному сделаны. Ну... Конечно, конечно, давайте. Так, я на самом последнем месте, все, я вообще не тащу. Не тащу. Граната! Так. Ну! Да блин! Ладно, побежали дальше. Граната пошла! Ну! Так получается.
Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Да ладно. На каком месте? 2 минуты осталось, да. Граната пошла! Тихо. Ну почему я вообще в него не попал? Вот почему? Вообще в него не попал. Я стрелял, хотел ему стрельнуть бошку, он вообще граната! Не попал я. Странно. Очень странно. А, не мог. Не могу в него попасть. Ну конечно, конечно, как же без этого, да. Ну все, я вообще. Вообще, я не знаю, где мне 12. Все, я никого не могу убить вообще. Осторожно, граната! Ну не тащу я, не тащу. Все, я не могу. Так. Не умею. Разучился. Ну, смотри, ну никого я не могу. Все, это конец. Это реально конец. Смотрите, как они пойдут. Все могут, да. Все, это. Это какой-то ужас. Все, я на последнем месте. Я с кого такого бы не случилось со мной. Осторожно, граната! Не умею играть. Задание выполнено. Ладно, а хотя бы мы победили, наверное, дадут мне. Наверное, мне дадут. Ладно, все равно я сейчас выйду, пусть они будут пока что играть на нефтебазе. Да, какие-то рабочие. Они что, рабочими стали? Маски зато у кого-то крутые. Да ладно. Я все такие же хочу. Маски крутые. Да, я на последнем месте, но мне дали дофигища опыта. Ну, потому что награда. Все эти награды. Если было бы... Да, кому-то дали 4000, потому что на первом месте. Мне... А, ну у них еще это, випка, да. Ну да. Как бы немного отличается, но я на последнем месте, здесь парень на третьем месте, ему чуть там добавили еще, но это не считается как бы. Так. Я почти дошел до конца. Круто. Ладно. Давайте последнее то, что мы пройдем, это будет, давайте, спецоперация. Давайте, ледокол. Да. А что, больше ничего нового нету? Нет, есть белая акула, но на белой акуле что-то играть как-то не хочу. Потому что, мне кажется, там я никак ее не пройду. Потому что я даже на последнем месте. Вы помните, как я раньше играл? Было намного лучше. Давайте ледокол как пройдем-то. Надо что-то одевать тогда. Ледокол-то. Давайте одену. Или что? Не, я как бы... Давайте не. Давайте так просто. Давайте... Там, супер хард давайте сделаем. Вот. Давай, давай. Вот. Еще, вот. Стрелять-то надо. Вот. Вот эта стрельба. Вот она. Вот она, стрельба. Прям в голову стреляю, да. Но почему-то во время игры у меня что-то, я не знаю, я что-то не могу поиграть. Ладно, вот эта спецоперация, это будет последнее то, что мы с ними пройдем на легком. Да, на легком. Потому что мне нужно пройти эту легкую фигню. Потому что если я ее не пройду, то будет очень даже не очень. Да, 3 медика, да ладно. Я даже на белой акуле 3 медиков не видел. Нет, хотя видел. Когда-то, давно. Очень давно. Да. Ну, в общем, вот так вот я играю Warface. Трансляция идет. Все нормально видно. Так. Ну, вы зайдете на это видео, посмотрите. Вот сейчас вы его смотрите. Видимо, если вы досмотрели до этого момента, то вам видео нравится. И вы ждете продолжения вообще видеоролика. Так. Загрузка. Значит, что? Загружаться будет? Будет, конечно же. Давайте. Так. Счет убийств. Пока что я не проходил эту игру, поэтому... Нет, не игру, я имею в виду карту вот эту вот. Я не проходил ее. Ледокол ни разу не проходил. Ожидание остальных игроков. Запускается... А, не, игра запускается, извини. Да. Значит, игра запускается. Это значит, игра запустится именно сейчас. Забудьте о крейсере, у нас новая проблема. Блэквуд захватили ракетные шахты. Ракеты готовятся к залпу. Ой, я что-то запутался, я думал, что это КСБУ. Надо оружие покупать. Да, залагало. Залагало, ребят.
Достигнута контрольная точка. Боезапас пополнен. Да? Не, лагает, лагает. Блэквуд блокирует все дороги. Ну, вряд ли, наверное, это из-за игры. Или из игры. Хрен его знает. Я никогда не играл с супер настройками. Потому что сегодня я там перенастроил опять видеокарту, и немного она у меня неправильно работает. Ну, точнее, я ее очень сильно как-то сделал так, что она должна снимать супер графику вообще. Ну, про Warface тут вообще. То есть супер графика, например, Fallout 4 там или GTA 5, или какую-нибудь другую игру. Там будет супер графика вообще. Но еще надо знать то, что у меня еще, как сказать-то, у меня же, как звать-то, блин, у меня же GTX 1080, так что, как бы, ладно. Да, кого-то хотя бы начали называть. Ай-яй-яй-яй-яй. Как я на нее еду? А как это произошло-то, блин? Я же не заходил на нее. Опять? Тихо. Тихо. Чел. Подожди, я тебя вылечу. Спасибо. Так, ой-ой-ой. Так, что я тут сделал? Тихо. Мне нужны патроны. А где пикает-то? Ай-яй. Тихо, идем. Твою мать. Ай-яй-яй. Сука. Чуть не взорвался. Патроны, здоровье и броня восстановлены. Игроки воскрешены. Ладно. А сколько проходить-то? Этот чертов крейсер держит шахты под плотным огнем. Ох, нифига. О, черт. Ай-яй-яй. Патрон нет. А как вы туда? А пофиг. Капсулы с турелями уязвимы в полете. Не пофиг. Три человека всего играют. Где еще два? Ай-яй. Ай, мяч. Ох, нифига. Да, я точно забыл, как тут играть. Давай же! Да, это я сделал. Я уже копнул. Так, тихо. Дайте патроны! Патроны! Нет патронов. Твою мать! У меня нет ничего. Я их... Это конец. Не, нифига. Вранье. Ай-яй-яй-яй-яй. Ну все. Да как так? Тебе повезло. Я перед тобой в долгу. Патронов нет. Лучше сбить эти турели, пока они находятся в воздухе. Твою мать. Да ладно.
ладно. Посмотрим, как они играют. Так, ладно. Ну нету штурмовиков, поэтому... Это все. Два человека. Я пока ее не пройду, эту штуку, я не покупился. Мне нужен язык. Далек. Хотя бы. Ну. Конец. И броня восстановлены. Игроки воскрешены. А чё, когда? Капсулы с турелями уязвимы в полете. Ой-ой-ой-ой-ой. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй, надо включить, блин. Так, идеально. Чё, блин? Ай-яй-яй-яй-яй! Ну! Я патроны, все. Да пошел ты. Да я говорю, да пошел ты. Я еще, блин. Ну! Ну! Меня зацепило! Патроны. А, все, я хочу. Валил. Так. Тихо. Тихо. Есть. Давай. Еще. Есть. Дальше. Сюда. У меня нет патрона. Да ладно! Теперь пора разобраться с этим крейсером. Хватайте гранатометы. Попробую. Что уж тут? Давайте. Ладно. Уничтожьте крейсер реактивными ракетами. Ща. Мать. Точно цель! Выбирайтесь оттуда!
Опа. Идеально. Опа, блин. Че, больше нету? Круто, зато повеселился. Охрененно. Че, куда? А, побежали. Все? Не, видимо, еще нет. Когда конец-то? Значит, цель Blackwood. Боже. Это 10-миллионный город. Они обвинят во всем нас и устроят глобальный мировой кризис. Мы должны взять под контроль эту ракетную шахту. Вы знаете, что на кону. Это один из взломанных терминалов, перенаправляющих наши ракеты. Кто меня тут палит? Выводите его. Так, в нижней части шахты есть еще один терминал. Он отвечает за протоколы запуска ракет. Ай-яй-яй. Снайперы, снайперы. Чё, где? Ай-яй-яй-яй-яй! Кто? Где? Где ты, блин? О, убитый наш. Круто сделано. Стрелок убит, Надь. Повторяем, стрелок убит. Я мастер. О! А чё, стволы нельзя взять? Круто. Так, дальше. Ой-ой-ой-ой, меня сейчас мочить-то будут, эй! Ай, блин! Да ладно. Эй-эй-эй, прикрой! Помогите мне! Врача! Ну! Кто-нибудь! Нужна аптечка! Чёрт! Как больно! Врача. Ну ладно! Посмотрим! Так! Всех завалили, ребята! Всех завалили! Так, ладно! Ладно. Так. Куда ему надо? Ну ему конец, чё? Ему конец. Ему это не пройти. Это точно я говорю. Ему это не пройти. Продолжаем движение. Молодец, там еще сидит. Давай еще. А, кривой. Ну, давай, давай, давай. Еще. Еще один. Давай еще. Мочи, давай. Вон как. Снайпера, блин, взял. Взял бы штурмовика. Проще бы было. Он уже так мочит, давай. Давай, давай, давай. Пошел, пошел, пошел. Не-не-не. Нифига. Нет. Я убил стрелка. А, ну конечно. Штурм, блин. Штурмовика. Враг убит, можно идти. Да уж. Так.
Да, он слил катку, все. То есть все, мы проиграли, в общем, да. Да, это... Это серьезно, не очень круто, да. Ладно. Ну что ж. Вот так вот, как-то это все. Какая крутая пушка, да, вообще. Да, он ушел, все. Так, вот мы прошли. Ну, точнее, как прошли? Мы не прошли. Он VIP. Он, то есть, получил... Мы все по 207 получили, то есть... Это не зависит от убийств. Помощь команде у меня лучше. А убийство у него. И все, больше у меня ничего нет такого. Убийство взрывами это не про меня. И, в общем... Все. Больше никак не прошли. Да. Было несложно, потому что... Не знаю, просто было несложно. Так, ну что ж, давай, загрузка, где ты? Так. Ну что ж, всем спасибо за просмотр, с вами был я, Александр Сычков, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, ну, подпишите комментарии под видео, и всем пока!